Да, расскажите, что вас беспокоит. Меня беспокоит правая нога. Правая нога беспокоит. Угу. Да, и вот пахи беспокоит. И она отдает боль при лежащем положении. Вот правая вот эта часть, косточка болит. И отдает боль колено. Вот не беспокоит, а вот за колено. И отекает. Когда вот я наклоняю, вот так вот, присаживаешься, и вот. Ну, надо ногу выровнять вот так. Как бы отек присутствует. Но я не знаю, почему так. Сколько времени у вас это уже происходит? Так, времени уже с 3-го месяца. С 3-го месяца, угу. А врачи что говорят? Врачи что говорят? Он говорит, врачи что говорят? Банель. Врачи говорят что? А, врачи сказали, что якобы это коленный сустав беспокоит, голы надо делать, защемление в пояснице, все от поясничного отдела. Да. Ну, уколы сделала на 3-4 дня и все, и снова возобновляется. Так, меня покажите. Значит, тоже немножко парадокс. Коленный сустав и поясница, то есть либо поясница, либо коленный сустав. Надо что-то одно выбрать. С моей точки зрения, это L4 позвонок, он не на месте. То есть его если поставить, он будет стоять и сразу должна боль. Между прочим, меня било так. Вот. 3-й на 4-м, там какой-то киста был. То есть смещение получилось? Конечно, сейчас мы посмотрим. Покажите теперь нам печку, покажите печку. Мы сейчас находимся на диких ваннах, Хадыженске. Вот. И пока у нас есть время, мы сейчас немножко подремонтируем пациентку. Так, доставайте полотенце. Сейчас книжки уберем. Давайте. Снимайте куртку. Вот съемки идут. Да, желательно, да. Хорошо. А вы в какую вот подводу? Мы в первую. Все в первую? Да. Так, что надо? А во вторую никого? Во вторую там уже люди дошли. Не, мы понимаем, но никого потом? А, потом нет, наверное. А вот тогда мы уже во вторую. Голову на бок. Ничего, удобно лежать более-менее? Да. Все равно, у вас грудной еще, сколиоз. Вот позвонок. Подойдите поближе, покажите, пожалуйста. Вот он один, который дает боль. Расслабиться, не напрягать. Вот он L4. Надо будет чуть-чуть потерпеть, хорошо? Хорошо. Вот здесь больно вам? Да, да, да. А ну показывайте, что это. Тут тоже больно? Да, немного. Угу. Все, расслабиться чуть-чуть. Потерпеть, хорошо? Сейчас будет чуть удар. И расслабиться. Готовы? Да. Расслабить, не напрягать. Боль будет очень короткая, хорошо? Да. Терпимо? Терпимо. Расслабить. Ого, видишь, я же вернусь. Вдох-выдох, легкий. Легкий вдох-выдох и протянуть. Хруста не боимся, хорошо? Еще вдох-выдох. Еще. Не х, а протянуть. Вдох-выдох. А вы чуть-чуть издали, отойдите, чтобы было еще, да, пространство. Легкий вдох-выдох, протянуть. Еще. Еще. До конца выдох. Еще. Ага, хорошо. Расслабить. Ну, не бояться. Ну, в чем дело? Расслабить. Вдох-выдох. Еще. Ага. Еще. Я знаю. Еще. Хорошо. Расслабить. Легче. Еще чуть-чуть потерпеть. Вот так вот. А что поделать? Вдох-выдох. Еще. Что, страшно вам, да? Там сзади, там и во вторую. Чуть-чуть другая еще. А, зырете. Терпимо? Да. Ну вот.
смотрели. А там можно четвером лечить. Или всем еще. Потерпи, чуть-чуть еще. Расслабить. Осталось совсем немножко. Два раза. Один. Не напрягать. На бок ко мне лицо, ножки. Это колени. Руку под голову. Все нормально, терпимо. Расслабь. Ну, легче. Я держу. Еще, еще. Вот так. На другой бок. Кружится голова. Руку под голову левую. Левую. Вот так. Умница. Расслабить. Расслабить. Ну, на меня руку. Вот так. И еще. О! На спинку ложить. Страшно, да, Малюха? Да, нет, не могу. Ну, а чего поделать? Сколько вы уколы по времени кололи? Три. Три? Три раза или три? Через неделю. Ага, ну расслабить. Отпустить. Голова кружится? Немного. Ну, не могу не держаться. Сейчас дадим кровообращение. Вот так. Так, вставайте потихоньку, присаживайтесь. Не-не, сюда, стоп. Голова как, кружится сейчас или нет? Нет. Обувайте тапочки потихоньку, не торопясь. Сейчас будем проверять. Не торопитесь потихоньку. Знаете, ощущение, как новенькое стало. А ну идите сюда. Прямо аж как на место. А теперь руки вот так сделайте. Натянитесь резко в одну сторону и в другую. Резче, прям с размахом. И в другую. 10 раз приседаний, не торопясь. Как руку? Ну, как хотите руки, без разницы. И слушайте, колени, крестец и то место. Ты нервопатолог? Травматолог. Серьезно? Конечно. А теперь все проверяйте, как хотите, только не прыгайте. Любые наклоны, любые повороты, все смотрите. Ничего, плечи хрустят. Хруст — это не хватает жидкости межсуставной. Меня интересует лапка, где у вас тянула, и крестец, как себя чувствует. У нас это основное. Ой, прям как заново родилась. Ой, ощущение такое хорошее. Свободно? Да. Вот, и L4, ой, когда у нас ротировано, выставляем, все. Ой, как хорошо стало. Прям. Легко? Два легко, дня, чтобы да, ничего не делать, не бегать, не прыгать. Понимаю. Как себя шея чувствует? Нормально. Покрутите и посмотрите. Мне кажется, в ту сторону. Чуть-чуть, да. Вот сразу вот видно это... повороты. Смотрите, я вам кое-что покажу. Угу. Вам же, наверное, тоже интересно. Ну, потрогайте, по-моему, куда это вот, с левой стороны. Угу. А вы подойдите сюда, покажите поближе. Чувствуете, он вышел? Да. Ну да. Ага. Как выбитый, да? Да. Сейчас мы его поставим. Еще его крутится одинаково, да, две стороны. Сейчас ударит током чуть-чуть, не бойтесь. Готовы? Да. Руки опустите. Потрогайте, по-моему. Ой, мамочка. Да, да, да. Ушел? Да. Теперь крутите шеи. Угу. Одинаково? Да. Вот. То есть позвонок, когда вышел, мышцы перетягиваем. Угу. Я не тер, не растирал ничего. Угу. Вы довольны? Очень. Хорошо. Ну, один раз не хватит? Ну, почему не хватит? Ну, я-то уезжаю уже скоро. Вот. Я что-то не на все время. Я в гостях здесь, поэтому... Ну что, дай Бог здоровья. Дай Бог, что всем здоровья. Представьтесь.
Как вас зовут и откуда вы? Я с Ростова. С Ростова? Костоправ, да. А, вот. Мы поняли, что Костоправ зовут вас как? Артём. Артём. Вот шли мы на ванны, разговаривались по пути. Да, вот. Буквально пару слов, несколько, и вы уже сразу. Артём, а грыжами занимаетесь? Конечно, грыжи и протрузии — это как раз наша специализация основная. А можем вы тоже из Ростова, можете контакты дать? Конечно, сейчас мы выключим. А мне нужно будет еще процедура. Вам бы хорошо еще научу, в Ростов приедете. Ага. Хорошо, к вам. Вот. Адрес. Вот. Сейчас все обговорим, да. Хорошо. Выключайте. Спасибо большое. Во благо. Спасибо. С этой?